Погоня с неожиданным финалом. В Волгограде инспекторы ДПС организовали преследование легковой иномарки, водитель которой нарушил правила дорожного движения и проигнорировал требование остановиться. После блокирования транспортного средства блюстители порядка обнаружили нарушителя не в салоне автомобиля, а в багажнике. Ранним утром в Ворошиловском районе Волгограда инспекторы дорожно-патрульной службы попытались остановить автомобиль Toyota Corolla, ехавший с явным превышением скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал, продолжая создавать на дороге аварийные ситуации. Началась погоня, от которой водителю уйти не удалось. В районе поселка Максима Горького машина была остановлена. После остановки автомашины Toyota Corolla сотрудники госавтоинспекции подошли к автомашине и увидели, что водители и пассажиры данной автомашины закрылись в багажнике. В результате данная автомашина была загружена на эвакуатор и доставлена в отдел полиции номер 5, где при помощи специальных средств водители и пассажиры были извлечены из данной автомашины и привлечены к административной ответственности. Водитель, 22-летний житель Суровикинского района, имея признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельства не отказался. За это, а также за неподчинение стражам порядка, он арестован на 12 суток. Кроме того, нарушитель, который за последние 2 года 8 раз уже привлекался к административной ответственности, будет лишен водительских прав.